Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем 3 гадания на кофейной гуще. Что день грядущий нам готовит? Вы можете загадать на одну из чашечек, а можете загадать и на все 3 чашечки, и загадать определенный промежуток времени. Ну, например, по 3 дня. Первые 3 дня, вторые 3 дня и третьи 3 дня. Или каким-то образом наоборот. То есть самостоятельно загадываете даты, самостоятельно загадываете чашечку. Можно период взять неделя, например. Так тоже подойдет. И мы посмотрим, что же вас ждет в определенный загаданный вами период. Итак, первая, вторая, третья чашечки. Сейчас внимательно посмотрите на них. Загадайте периоды. И я расскажу вам, что вас ждет. Итак, начинаем смотреть первую чашку. Так, ну здесь пьедестал. Пьедестал, или знаете, как пенек. Сел на пенек, съел пирожок. Это отдых. Это какой-то отдых после рабочего дня. Рабочий, трудовой, может быть, недели или еще какой-то. Но это однозначно отдых. Это такой, знаете, пьедестал, который вы заслужили. Заслуженный отдых, заслуженное почетное что-то. И здесь могу вам сказать, что действительно очень много было работы какой-то. Либо вы в поисках работы, и вам нужно остановиться, притормозить. Вот на данный момент не самое удачное время, чтобы активничать и искать новую работу, да, если вот касаемо работы. Также, что касается людей, которые работают, вам нужно сделать отдых, перерыв и остановиться, может быть, просто отдохнуть и поваляться на диване. Вот так вот я вижу. Дальние поездки нет, не рекомендуются, потому что, знаете, такой здесь пассивный больше отдых. Действительно, на диване, около телевизора, ну или в ближайший парк. Выезжать куда-то вам особенно и не захочется. Вам захочется просто понежиться в постельке. Вот так вот я вижу эту чашку. И действительно, это вот такая отдых-передышка. Знаете, устройте себе день лентяя, например. Наберите фруктов, овощей, поставьте рядом с собой, включите какой-нибудь сериал и смотрите, ничего не делайте. Или просто поспите этот день. Потому что вокруг вас очень много напряженной обстановки. Куда вы сейчас не постучите, в какие двери, они будут закрыты. И куда вы не будете пытаться что-то сделать или подписать что-то, какие-то договора, сделки, они будут просто слетать. Вы будете нервничать, переживать. Почему так? Да потому что просто время не то, неудачное. Это время для отдыха, однозначно. Вокруг вас много людей доброжелательных, добрых, действительно много друзей или родственников, которые хотят побыть с вами. Посмотрите назад, оглянитесь. Вы очень сильно закружились на работе, очень сильно закружились делами. Вы забыли, что вы должны еще уделять время своим родным и близким. Позвоните родителям, уделите время детям. А вот эта чашка именно об этом. Не нужно бежать сейчас что-то переделывать в своей жизни, перестраивать. Живите спокойно. Очень много глаз за вами наблюдают. Очень много людей, которые смотрят, как вы живете, оценивают что-то. Сейчас самое время обдумывать план. У вас, знаете, впереди большая широкая дорога. И какие-то планы, цели вы себе, задачи ставите. Все пойдет хорошо, чуть-чуть позже, подождите, нужно не торопиться. И еще могу вам сказать, знаете, вот действительно, это самое удачное время для обдумывания дальнейших. Может быть, вы хотите взять путевку на море, но только не сейчас, а через несколько месяцев. Вот сейчас самое время обдумывать, смотреть, куда вы поедете, что вы будете делать. Вот такое вот спокойное состояние. Вот все, что касается этой чашки. Сейчас мы смотрим чашку номер 2. Интересная, ажурная какая чашка. Здесь прям кружево вы плетете. Здесь говорит о том, что вы какой-то труженик. И вот знаете,
если вы устраиваетесь на работу или еще что-то могу сказать, то вам нужна работа, знаете, вот какие-то сети, здесь вот как сети, может, в соцсетях, или как менеджер, да, или вот посредник какой-то деятельности, риэлторство, вот какие-то сети, вот как будто бы вот какие-то вы плетете что-то, как сплести, а может быть, действительно, вы как вяжете, да, плетете, вот такое вот. Что касается любовной сферы, то такие хитросплетения, либо у вас несколько кандидатов или кандидатуры, вы не знаете, кого выбрать и держите всех на близком поводке, либо же около вас вот какие-то интриги плетутся, знаете, вот выбирает человек вас или еще кого-то. Но тут очень много-много людей в любовной сфере. Такие хитросплетения, как прям Санта-Барбара, такое вот могу сказать, очень много интересных может быть историй. Какая-то широкая дорога ведет вас вверх. И много мыслей в голове, очень много мыслей. Вы не можете упорядочить эти мысли. У вас, знаете, такой вот... вы много чего хотите. И то хочу, это хочу. Так невозможно. Нужно определиться сейчас с конкретной целью. Поставить какие-то, знаете, прерогативы, что ли. Что-то на первое место должно выйти. А потом все остальное. Вот этот сумбур в голове надо привести в порядок. Однозначно. У вас это получится, вы пойдете прямой широкой дорогой. Причем люди, которые были вам враги, они обратятся к вам друзьями или какой-то нейтралитет будет. У вас будет какое-то перемирие или затишье. Или, знаете, вот обоим сторонам выгодно будет это затишье. Вот что-то такое, ну такой нейтралитет, дорога открыта. Вы пойдете по этой дороге, у вас исполнятся желания. Единственное, вот звезда там в начале пути, звезда – это надежда и исполнение желаний. Единственное, что поставьте все-таки мысли поочередно, вот что вы хотите вперед, назад, да, что первое надо решить, что последнее. И вот эти хитросплетения, все они останутся на потом. Знаете, тут какие-то у вас еще финансовые прорехи, какие-то дыры, которые залатать нужно, но вы легко будете справляться. Вы закроете все финансовые дыры. Вот все, оно скоро будет. Вот эта звезда, это надежда, исполнение желаний, это скоро. Знаете, звезда это как рассвет, когда пару часов перед рассветом. То есть вот-вот наступит утро, вот-вот наступит исполнение вашего желания, и все-все встанет на свои места. Такая чашечка. Давайте посмотрим. И тут, знаете, волны, это какие-то волнения. Вот то, что я сказала, хитросплетение. Волны, пока что волнения, но вы выйдете из этого положения. Открытая дорога, открытая. И враги станут друзьями вашими. Вторая чашка. Третья чашка. Ну, смотрите, тоже интересная такая ажурная чашка. Хитросплетения прямо здесь очень много. Много договоров, много сделок, много людей вокруг вас, множество каких-то вариантов. Посмотрите, вот эта вот вся гадость, грязь ушла от вас. Либо вы принимали какие-то чистки, либо вы вернулись с путешествия. Знаете, вот какой-то груз, что-то осталось позади. Либо вы собираетесь куда-то уехать. И вот все плохое, весь негатив остался. В этой чашке позитив и восторг. И знаете, очень много таких моментов, когда вы радуетесь и не знаете, за что схватиться. Вот вы хотите схватиться и то, понимаете? А может, вы собираетесь, да, и собираете вещи, и то хочу взять, и это платье хочу, и эти туфли, а в чемодан не помещаются. Вот что-то такое. Или по работе, да, вы предлагаете какие-то свои варианты, у вас очень много мыслей в голове, вы предлагаете свои идеи, а говорят, слишком много этого не надо, понимаете? Вам как будто бы тормозит начальство, а вы хотите еще больше. Знаете, я могу вам сказать, что у вас столько много силы и энергии по этой чашке, что вы можете горы свернуть. И по этой чашке я бы порекомендовала даже заняться, может быть, своим каким-то делом.
свое дело. Вот тут вот еще идет такая, знаете, женщина большая, полупрозрачная. Это может быть это ваша мать, потому что она большая и на протяжении всей вашей жизни вот так руками обнимает. Но знаете, дымка такая, дымка. И вот ребенок как будто бы ее обнимает. Знаете, либо мама ваша живет далеко, либо ее нет уже в живых, а как образ ее обнимающий руками, да? Либо вот она незрима как будто бы с вами, либо вы очень редко с ней видитесь, может быть, вы учитесь, работаете, у вас времени нет, но она такая незримой дымкой за вашей спиной стоит и вот вас руками обнимает, обнимает и поддерживает вас безмолвно, причем безмолвно. Такая сила рода, какая-то поддержка идет. И, кстати, вот от нее пошли такие ветки, ветвиться, как древо рода. Знаете, еще по чашке, по этой могу сказать, какие-то способности есть. Еще, кстати, здесь есть руны в стакане. Ты вас, знаете, мужская сильная энергия. Можно сказать, что у вас какой-то вот стержень мужской, да, если вы даже женщина, то мужской такой стержень, ты вас, это мужская энергия. Вам будет вести всегда, вы знаете, вы счастливчик. Счастливчик в том плане, что вы всегда сможете выйти сухим из воды. Вас всегда поддержат высшие силы. Вы всегда стремитесь к свету, к добру. Просто у вас есть минус, когда вы хотите слишком многим людям помочь. Всем помочь невозможно. Вы сильно переживаете, когда кто-то огорчается на вас, печалится или что-то обижается на вас. Вы начинаете тоже переживать. Но поверьте, всем хорошим не будешь. Если вы уже хороший, большей части людей хороший человек для больших людей, то это уже хорошо. А всем не угодишь. А вот вы стараетесь всем угодить, сделать всем приятное, сделать всем добро, а потом сидите и думаете, ну почему я же делала там или делал добро, почему ко мне вот так отнеслись? Потому что не нужно делать тогда, когда вас не просят. Вот даже смотрите, врачи, да, мы же сами идем к врачам. Врачи же не навязываются, не ходят к нам по домам, да, как это делают некоторые из течений религиозных, ходят по домам и навязывают свои какие-то идеи, понимаете? Вот не нужно этого делать. Если человек захочет, он сам к вам обратится. Вы слишком много растрачиваете своей энергии на тех людей, которые не нужны и недостойны вашей жизни. Сконцентрируйте внимание на себе, на своих близких, и вам будет счастье. Такая вот чашечка была третья. Ну что ж, дорогие мои друзья, я надеюсь, вам понравилось это гадание. Конечно же, кто хочет отблагодарить меня, может поставить лайк и написать слово «благодарю». Тем самым вы делаете себе добро, открывая двери, окна, для того, чтобы счастье зашло в ваш дом. Лайк вверх, дорога открыта. Лайк вниз, дорога закрыта. Помните об этом. Я вас всех очень сильно люблю. И, конечно же, кто хочет записаться ко мне на личный прием, гадание на кофе, гадание на картах, таро и 36 карт. Вы можете также заказать у меня браслеты-обереги от сглаза, от порчи и другого негатива. Или же заказать у меня натальную карту на год или гороскоп при рождении. А также загадать сильнейшую защиту ведьмины бутыли. Посмотрите, плейлист называется «Практическая магия», там вы найдете ведьмины бутыли. А насчет амулетов вы можете посмотреть, плейлист называется «Гости моего канала», там вы найдете видео про амулеты. Делайте скриншоты, присылайте, что вы хотите. Вы можете всегда ко мне обратиться в Viber, WhatsApp, Telegram в описании к этому видео. Пишите смс, звонить не нужно. Я очень быстро отвечаю на ваши смс-сообщения. Я вас всех очень сильно люблю, дорогие мои друзья, и желаю вам всем без исключения здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!